18.00 в Новосибирске. Это время вечерних новостей на канале ОТС. В студии работает Екатерина Тихомирова. Здравствуйте и коротко о главных темах. Когда вместо редиски можно выращивать рис? Откуда на дачные участки пришел паводок в начале августа? Приравнять медиков к полицейским и застраховать профессиональную ответственность. Какие еще предложения услышал от новосибирских коллег главный детский врач страны Леонид Рошаль? Трубы канализации новые, а их содержимое в подвале. Почему жители многоквартирного дома в Новосибирске не могут вздохнуть свободно? Сейчас об этих и других событиях подробно. Экономическая обстановка в Новосибирской области, майские указы президента, безопасность в регионе. Эти и другие вопросы сегодня обсудили губернатор и новый полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе. Владимир Городецкий и Сергей Миняйло знакомы не первый год и уже не раз встречались, когда новый полпред занимал должность губернатора Севастополя. На первой встрече в новом статусе руководители обсудили состояние дел в регионе. Кроме основных направлений, таких как рост благосостояния населения и социальные обязательства, полномочный представитель и глава региона подробно остановились на реализации программы реиндустриализации экономики. До конца года первые проекты, указанные в документе, должны попасть в определенные федеральные программы. Тогда регион может рассчитывать на дополнительные меры господдержки. Вызвал интерес, могу сказать, Юрий Иванович, это наша работа по разработке и сегодня по реализации программы реиндустриализации. Я ему рассказал о том, что в чем суть этой программы, как она, в чем идея ее была, и в каком виде мы ее сегодня имеем, какие перспективы имеем и как мы видим перспективы реализации уже этой программы. Где-то там после 15 августа будем рассматривать уже первых два проекта. Договорились, это проект развития проекта, вернее, перспектива развития проекта «Зеленая долина». Это уникальный, мы считаем, проект с точки зрения возможности импортозамещения по многим видам медицинских услуг, там, для высоких технологий. Вот. И это проект, который реализуется в рамках Академпарка в Академгородке. Это производство тонкостенных наноуглеродистых трубок. Сегодня в Новосибирск с рабочим визитом прибыл Леонид Рошаль. Председатель Национальной медицинской палаты провел несколько часов в детской городской больнице скорой помощи. Пообщался не только с врачами, но и с пациентами. Какие вопросы задавали профессору и чем известный хирург и общественный деятель может помочь своим коллегам в Сибири? Подробности визита в сюжете Ксении Бородкиной. Только с поезда и сразу за работу. Каждая минута на счету. Знаменитый детский хирург, председатель Национальной медицинской палаты, профессор Леонид Рошаль приехал в Новосибирск. Первый пункт – детская клиническая больница скорой медицинской помощи. В холле, как всегда, оживленно. Пациенты ждут своей очереди. У родителей легкий шок. Такой встречи они не ожидали. Леонид Рошаль спрашивает о здоровье и есть ли жалобы. Сколько ждете? Мы ждем минут 15. Вот, хорошо. А дальше в конференц-зал. Там встречает медперсонал больницы, обсуждают текущее положение дел в отрасли. У врачей немало вопросов и предложений. Например, приравнять медиков к полицейским, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех, кто пытается повлиять на врача силой. Жалуются и на необоснованные вызовы скорой помощи. Как называют наше приемное отделение этой больницы? Бесплатная круглосуточная поликлиника. Масса необоснованных обращений. Просто ужасное количество. Понимаете, врач не способен за ночь принять 30 человек. Это очень много, это нагрузка помешает нагрузку политической врачи. Вариант есть, значит, очень простой. Допустим, вы читаете страхование, это делается в Японии. Значит, бабушка или мама ребенка вызывает ночью 03, скорую помощь. Да? Пусть она заплатит 50 рублей, символическая сумма. Но эта символическая сумма, она резко ограничит необоснованное обращение. Леонид Рошаль услышал каждое обращение. Все эти инициативы взяты на заметку и в дальнейшем будут прорабатываться. Кстати, Леонид Михайлович был в этой больнице 5 лет назад. Тогда на все реанимационное отделение был только один аппарат искусственной вентиляции. Сегодня их 24. Прогресс налицо. Обеспечение детей лекарством 100%. Кадровый вопрос тоже решен. Но есть одна проблема. Здание больницы построено больше 100 лет назад. Необходима его реконструкция, чтобы отвечало всем современным требованиям.
Позитивная встреча прошла. Я думаю, это большой подарок нам, что человек такого масштаба приехал к нам в больницу, познакомился с сотрудниками, с простыми людьми, которые могли, возможно, задать ему любой вопрос. Он ответил на все вопросы, которые интересовали. Он услышал нас, мы услышали его, мы услышали много того, что говорится там с экранов телевизоров, там с высоких трибун. Ну, это мы услышали этого человека, который в теме и который понимает, о чем идет речь. А дальше Рошаль отправляется на форум медицинских работников. И снова серия вопросов. Вот эта возможность донести проблематику, услышать сегодня и общественность сегодня, и пациентские организации, и медицинское сообщество прежде всего. Знаете, вот сегодня, встречаясь с медиками, там, обсуждая проблемы, люди стали говорить, да, зарплата важна, да, сегодня техника, но медицинские работники, и врачи, и медицинские сестры, фельдшера просят все-таки сегодня другого отношения к себе, потому что абсолютно тяжелый титанический труд. Сегодня на всех встречах о зарплатах не говорили. Больше всего врачей волнует безопасность бригад скорой помощи, страхование профессиональной ответственности, защита интересов медиков, обучение молодых специалистов. Мы постарались сделать так, чтобы вызвать разговор, народный разговор, чтобы говорили о тех проблемах, которые есть, и в письменном виде, и в устном. Постарались ответить на все вопросы. Народ у вас замечательный, да? Он не нытик. Он понимает сегодняшнюю ситуацию, и очень хорошо вот эта спарка, которая идет врачебного сообщества. У вас одно из мощных врачебных сообществ в стране, новосибирская организация, и полный зал, который был здесь, он свидетельствует о заинтересованности в том, чтобы качество оказания помощи было лучше. Встретился сегодня главный детский врач и с общественниками. Они сетуют на нехватку льготных медикаментов, дефицит узких специалистов и многое другое. Впрочем, по сравнению с другими регионами страны, в Новосибирской области медицина на хорошем уровне. Но работы еще впереди много. Ксения Бородкина, Константин Менин. Новости ОТС. Другим темам. С начала года Новосибирскую область посетили свыше 6500 туристов из Китайской Народной Республики. Это больше, чем годом ранее. На привлекательность нашего региона, да и в целом России, для жителей Поднебесной влияет не только ослабленный курс рубля к юаню. Туристическая инфраструктура становится более адаптированной для зарубежных гостей. В частности, Новосибирская область – активный участник проекта «Великий чайный путь». По железной дороге группа китайских туристов путешествует по историческому караванному пути между Азией и Европой. Манят путешественников и красоты природы. Излюбленное место – Ордынский район. В будущем для привлечения китайских гостей власти обещают запустить так называемый «красный маршрут» с социалистической тематикой. У Китая, так же как и у нас, были страницы в истории, связанные с построением социализма и коммунизма, и они с большим интересом относятся к этим объектам. И Новосибирск официально включен в этот «красный маршрут». Как вы видите, вот совместно с Ульяновской, Пермской областями, Санкт-Петербургом, Москвой и Татарстаном. Так, поэтому у нас тоже есть что показать. Это и те памятники, которые мы сохранили. Так, это и те символы советского времени, которые в Новосибирске присутствуют в серьезных масштабах. Не ждали. Десятки собственников дачных участков остались без урожая. Под Новосибирском грунтовые воды подтопили территорию садового общества. Владельцы соток разводят руками и винят строителей северного обхода. У спасателей МЧС другая версия причин наводнения. С места события Борис Киргинеков. Или корабль. Что такое? Ну, плавать будешь там. Иди, езжай. Так Валентина Дмитриевна встречает тех соседей по дачному участку, которые еще не знают о случившемся. Водой затопило практически всю улицу Лесную в садовом обществе «Связист» в 20 километрах от Новосибирска. Участок Власовой пострадал не так сильно, а вот ее соседке, за домом которой следит сейчас Валентина Дмитриевна, повезло меньше. Вот такого затопления – это первый раз, это первый год. Обычно затапливало середину всех обществ, всех, а здесь у нас обществ 11 обществ, и во всех обществах наше общество еще не сильно так затапливало, только средние участки. А вот, например, «Весна», «Маяк» их полностью затапливало,
от озера почти до леса. В общем, к воде дачники привыкли, но не к такой. Даже старожилы такого не помнят. На некоторых участках затопило даже подвалы и бани. Вода стоит на уровне фундамента и не уходит уже несколько дней подряд. Усугубили ситуацию сильные дожди, которые обрушились на Новосибирскую область. В этом районе под Новосибирском вода поднялась в 11 дачных сообществ. Затопленные участки уже измеряются десятками. Говорить о спасении урожая, который дачники так тщательно высаживали с весны, уже бессмысленно. Многие люди и попросту сюда уже не приезжают, ждут, когда вода уйдет. Дачники в голос уверяют, во всем виноваты строители, которые возводили северный объезд, он здесь недалеко. Но у сотрудников МЧС другая версия, пока предварительная. Сами собственники со временем засорили и заблокировали водоотводные сооружения в обществах, ливневки, канавы и дренажи. А таких сильных дождей, как в прошедшем июле, в области не было давно. Поэтому грунтовые воды поднялись, и уходить им некуда, только высыхать самим. Благо в регионе, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная погода. Вот только для многих собственников урожай с участка – главный запас овощей и фруктов на зиму, и как бороться с природой, дачники не знают. Борис Кирганяков, Евгений Агеев, новости ОТС. Тем временем в Новосибирске в одном из домов канализационная труба засорилась, стоки пошли в подвал. По мнению жителей дома на авиастроителей, такая ситуация повторяется из года в год. И люди устали вдыхать запах нечистот и уже жалуются на ухудшение здоровья. Там вырвало пробку даже, понимаете, пробку вырвало. Вот именно, что вы так гадите, что даже пробку вырвало. Кто гадит, я что ли? Я не знаю кто, ваш стояк затолкал туда капусту, тряпки слили туда и все остальное. Такой диалог с вариациями между жителями этого дома и специалистами ЖЭУ происходит практически ежедневно. Подвал затоплен уже несколько недель. Сюда сливается и вода, и канализационные стоки. Вода начинает подниматься в унитазе или в ванной, потом приезжают, но вот с подвалом они никак ничего не могут сделать. Там вода постоянно течет, запах. Резкий запах – первое, что ощущаешь, войдя в подъезд. На верхних этажах он становится немного слабее. Из-за таких антисанитарных условий у жителей первых этажей начали обостряться болезни. На самом деле я задыхаюсь, я сам астматик, и у меня дочь астматик. Там коклюш, детские такие болезни. В управляющей компании «Спасдом» говорят, все в курсе ситуации. Причиной называют неправильное использование унитазов. По словам специалистов, жители смывают в них неразлагаемый мусор. И ремонт не помогает. Ремонт канализации там был произведен позапрошлом году. Вся канализация там практически вся, по крайней мере выпуски, они практически новые. То есть как только люди станут за собой следить, все войдет в норму. Все нечистоты, которые есть, мы уберем. Подвал продезинфицируем. Откачивают нечистоты уже несколько дней подряд. Результата нет. Пришли рабочие и сегодня. Достали из трубы полотенца. За кадром они говорят, дом проще взорвать, чем вычистить. На камеру говорят другое. Иди отсюда. Топит подвал ежегодно, а лужи вокруг здания исчезают только зимой. Замерзают и уходят под снег. Тогда астматикам на первом этаже дышать становится легче. Алия Арзаева, Антон Мамаев, новости ОТС. За два дня до Олимпиады в сборной России по спортивной гимнастике произошла рокировка. Новосибирский спортсмен Иван Стритович заменит другого гимнаста Никиту Игнатьева на играх в Рио. Изначально Стритович числился в качестве резервного участника, но в последний момент тренерский штаб сборной решил, что Иван заменит своего земляка. Напомню, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро стартуют 5 августа. И о хоккее. Сибирские снайперы одержали вторую победу в предсезонном турнире памяти Александра Белосохова. Подопечные Ярослава Лизенкова обыграли «Мамонтов Югры» со счетом 4-0. Молодежка Сибири сумела забросить быструю шайбу. Уже на второй минуте матча Ярослав Зиновкин открыл счет после ошибки «Мамонтов» в обороне. Второй гол зрители увидели в самом конце второй 20-минутки. Шайбу за полминуты до сирены забросил капитан снайперов Александр Локтев. Это его первый гол на турнире. Но в третьем периоде новосибирцы отличились дважды. Обе шайбы – следствие реализованных контратак. Сначала отличился Никита Коротков, а точку в матче оформив дубль поставил Александр Локтев. С 6 очками сибирские снайперы возглавляют турнирную таблицу мемориала Белосохова. И сегодня у команды день отдыха, а завтра хоккеисты сыграют со снежными барсами из Астаны. В заключительном матче турнира встретятся с кузнецкими медведями из Новокузнецка.
Это все новости к этому часу. Информационные итоги дня в 20:30 подведет мой коллега Иван Кудинов. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера.